Добавляем помидоры. И оставляем еще на 5 минут. По 5 минут. Все равно у нас с рыбы стекла вода, поэтому я вот так вот ее добавлю. Чтобы как можно меньше. Как можно меньше воды попало в наш бродето. Выглядит, конечно, красиво. Надеюсь, что... Как знаете, выглядит как большая банка консервов со скумбрией. Солим. Добавляем вино. Так, утопим нашу скумбрию. Раз. И тушить нам всю эту красоту на маленьком огне 15 минут. Поэтому я закрываю крышкой. И встретимся через 15 минут. Таймер. Красота какая. Неописуемая. Но это еще не готово. Это еще в процессе. В процессе готовки. Сейчас нам надо приправить травами такими вот. Так. Поперчить. Орегано давайте тоже сыпанем, что-то мало получилось. Используем смесь перцев. Много перчить не будем, потому что у меня тут жалуются на меня уже. И морепродукты. Всю эту красоту мешаем. Получается какой-то мега рыбный суп. А не бордедо. Так. И еще она написано 5-10 минут, значит возьмем компромисс 7 минут. Не было видно. Нет, я маму попросил. Момент истины. Все, прозвенел будильник. Давайте смотреть, на что у нас получилось. Пахнет вкусно, выглядит лучше, чем скумбрия в томатном соусе, и что там в консервах дают. Прям на пищу богов не похоже, но выглядит классно. Давайте подавать на стол. В рецепте сказано, что надо подавать горячим, поэтому пойдемте. О, казан прям горячий. Давай. Вот такой ложечкой мы сейчас будем накладывать. Посмотрим, что у нас получится. Бродедо, креветки, скумбрия, еще скумбрия. Аккуратно кладем. Не знаю, правильно ли я накладываю. Надеюсь, что да. Честный отзыв, вкусно или нет, я оставлю позже в комментарии. Как обещал отзыв, я взял добавку. Скажу так,
вкусно и оригинально. Был бы я сейчас в Черногории в ресторане, если бы мне сказали бы, что это традиционное черногорское блюдо, я бы сейчас бы прям пел и плясал бы, как это вкусно. Но, будучи в Москве, скажу просто вкусно, действительно, я такого раньше не ел. Неплохое жаркое с рыбой, морепродуктами, но основной вкус здесь дают специи и рыба. Ну и помидоры, конечно же. А вот морепродукты, которые я добавил, они китайские. Если бы это было бы средиземноморские свежие продукты, наверное, было бы еще вкусно. Поэтому я ставлю 4 звезды за это блюдо из 5. Ну, а приготовить вам или нет, решайте сами. Все. С вами был Евгений, My Seafood.